Здравствуйте, дорогие друзья! В этом пособии речь пойдет о добавлении картинок и видео в плеер в сообщение. Мы рассмотрим два примера. В разделе «Видеоизображение» вот здесь вот мы добавлять будем видео, уже имеющуюся тему, скажем так, мы добавлять будем в сообщение видеофайл. Как это делается? Во-первых, я хочу сказать, что у нас поддерживается, на самом деле 4 сервиса, но более такие ходовые – это 3 сервиса. Это YouTube, Rutube и Vimeo. Чтобы поместить видео в сообщение, нам надо, во-первых, взять ссылку. С YouTube вы знаете, как ссылку брать. Вы можете, допустим, кликнуть вот здесь вот и скопировать. Ну-ка, минуточку. Стой, остановись. Добавить в очередь. Копировать адрес ссылки. Вот, адрес ссылки, наверное. Ну, в принципе, вы и так знаете, как находиться. Если перейдете вот сюда, то вот здесь у нас, пожалуйста, вот ссылка на это видео. Тут можно ее полностью вставить, эту ссылку. Или, скажем, давайте мы посмотрим, что мы сейчас скопировали. Кликаете на значок «Добавить», «Вставить видео» и вставляете ссылку. Вот мы скопировали ту же самую ссылку. Здесь также стоит время начала 12 секунд. Но это у нас не будет срабатывать. Добавляем. Окей. Смотрим расширенный режим. И мы видим, вот наше видео добавилось. Это с YouTube. Давайте мы посмотрим, как добавить видео с другого сервиса. Скажем, не с YouTube, а... Так, это у нас Rutube. Если у вас есть контент, вернее, аккаунт на Rutube, то вы можете, соответственно, добавлять своего видео из Rutube. Ссылка берется, вот она, прямая ссылка. Здесь сейчас указано Rutube, видео и потом много циферок и буквок. Или кликаете также здесь «Копировать адрес видео». Копируете адрес видео. Без разницы, что здесь, что там. Переходим на сайт, кликаем на кнопку «Вставить видео» и добавляем адрес видео. Окей. Вставили. Так, блоб. Вот этот блоб, он нам как бы здесь совсем и не нужен. Ну-ка, это было не совсем правильно. Еще раз. Давайте мы не будем копировать адрес ссылки, так как это может нам выдавать ошибки. Посмотрим другие варианты. Кроме того, что если у вас есть уже хорошая ссылка в строке, вот здесь вот адресный, посмотрим другие варианты. Так, ссылка. Вот еще здесь показано, пожалуйста. Если вы кликнете на этот значок сюда, то вот здесь вот ссылка. Ссылка скопирована в буфер обмена. Готово. Так, переходим. Вставляем по кнопке. Окей, вот сейчас другое дело. Тут у нас и слэш в конце, и никакого блоба нету в начале. Так, смотрим предварительный просмотр. Сейчас должно быть у нас 2 плеера. И еще один у нас остался сервис, видеосервис, это Vimeo. Vimeo. Как добавить ссылку с Vimeo? То же самое, если у вас есть контент, откройте свое видео отдельно, вот таким образом, или кликните вот здесь вот, так, вот здесь вот есть такое, это у нас, что такое, Telegram, это шары, да? Вот, кликнуть на шары, то есть поделиться, и у вас здесь, вот она ссылочка. Или переходите по ней и копируете из строки. Копировать. Или
Когда вы здесь вот были, вот так вот выделяете, потом правой кнопкой мыши и копируете адрес ссылки. Копируете адрес ссылки. Переходите сюда на ваше сообщение, кликаете на кнопочку «Вставить видео», добавляете ссылку. Окей. Теперь у нас должно быть уже три плеера. Все, вот у нас три сервиса, видеосервиса по добавлению видео. С этим понятно. Так, далее. Я сохранять это не буду. Давайте мы теперь картиночки будем добавлять. С картинками немного здесь у нас будет похлопотней. Сейчас я решил размещать изображение картинки на нашем сервере. То есть все картинки, которые вы хотите добавить в сообщение, вы можете размещать на сервере, на нашем, чтобы они не потерялись. Размещать картинки можно двумя способами. Давайте мы зайдем в какую-нибудь тему. Так, новогодние рамочки для аватарок. Я опять-таки новую тему создавать не буду, просто зайду в эту тему, и тут в сообщении мы будем, как говорится, немного экспериментировать. Мы можем добавлять картинки двумя способами. Первое – это, как обычно, через кнопку «Вставить изображение», вот через эту кнопку, или с помощью вложений. Давайте мы рассмотрим сначала «Вставить изображение» через кнопку «Вставить изображение» вот здесь вот. Нажимаем, и у нас получается вот такое окошечко открылось, в котором сейчас у нас есть, в отличие от старого форума, есть у нас возможность выбора. Загрузить с компьютера картинку. Вот вы берете файл с компьютера своего. Или загрузить картинку по ссылке. Давайте мы с компьютера посмотрим сначала. Выбираем файл. Открыть. Так, что такое? Так, я не совсем сразу там въехал с компьютера. Еще раз. Выберите файл. Выбираете нужный файл. Видите, здесь нету кнопочки ОК, поэтому я немного как бы растерялся. Вот здесь надо кликнуть. Загрузить файлы вот сюда. Вот, видите, она сразу у нас подсвечивается. Вот на это надо кликнуть. Загрузить файл. Вот у нас загрузилась картинка в сообщении. И второй способ. Значит, загрузить можно. Так, Enter. Вниз опустим. Второй способ можно загрузить также по ссылке. Не с компьютера, а по ссылке. По ссылке. Указывайте здесь ссылочку. Давайте мы посмотрим какую-нибудь картинку. Так. Прямая ссылка. Вот прямая ссылка нам нужна. В конце стоит расширение картинки. И по ссылке уже эту ссылочку добавляете вот сюда. Вставить. И стоит по умолчанию галочка сразу «Скачать удаленный файл и сохранить локально». Если вы эту галочку так и оставите, то файл будет из интернета скачан и сохранен на нашем сервере. Если вы видите в этом необходимость такую, то так и делаете. Если, скажем, у вас достаточно такой надежный сервис по хранению картинок, как вот этот, на котором я только что взял ссылку, вот мне он кажется достаточно надежным, то можете, как говорится, и галочку убрать вот здесь вот. Ну, давайте мы оставим галочку, и у нас сейчас ставится здесь опять. Скачается на наш сервер эта картинка и ставится сообщение. Вот у нас теперь уже две картинки сообщения.
И третий вариант – это через вложение. Нажимаем два раза Enter. Через вложение. Вложение у нас можно добавить только в расширенном режиме редактор. Переходим на расширенный режим редактора. Вот у нас тут миниатюры появились второго изображения. Но это тут у меня лишний раз добавилось. Так. Вложение. Вот. Это то же самое. То же самое. Вы заходите во вложение. Выбираете на компьютере файл, выберите файл на компьютере. Давайте мы выберем уже теперь четвертый. Далее вы его загружаете на сервер. Вот он появился здесь. И вы можете кликнуть «Вставить текст», и он появится уже у нас в тексте. Давайте кликнем «Вставить текст». Появится в тексте. Если мы не кликнем «Вставить текст», а просто нажмем кнопочку «Готово», то у нас появится там, где была миниатюра до этого, в самом низу. «Вставить текст». Вот мы его добавили. Готово. Закрываем. Смотрим предварительный просмотр. Мы видим, у нас три картинки здесь и одна стоит миниатюры. Но миниатюру, как я говорил, я тут, когда не сразу въехал, как говорится, как добавлять из интернета, там ссылку не было видно хорошо, у меня получилась миниатюра. Это у меня, по всей видимости, вот этот файл 02. JPG. Мы его можем удалить. Управление вложениями, вот он, 02 JPG, то, что у меня в миниатюре стоит. И мы его сейчас просто так вот цак и удалили из нашего сообщения. Готово. Еще раз предварительный просмотр. Сейчас у нас уже миниатюры нету, только три картинки в нашем сообщении. Теперь вы можете ставить для этих картинок определенное форматирование. Чтобы отформатировать картинку в сообщении, надо на ней кликнуть два раза. То, что у нас на сервере хранятся, у вас откроется вот такое окошко, в котором можно выровнять, как вам хочется. Можно установить размер миниатюры. Сейчас у нас стоит миниатюра. Можно поставить размер средний, большой или оригинал. В зависимости от того, какого размера вы загрузили картинку, вам нужно и, соответственно, подбирать вот здесь вот нужные значения по размеру. Давайте мы поставим, скажем, большой для третий. Ну, слишком большой вроде как получается. Думаю, что нет такой нужды. Поставим средний. Для этой, может быть, можно поставить и большой, чтобы у нас было там возможно читать, что написано. А для этой поставим тоже, пусть будет средний. Окей. Отформатировали, кликаем ОК, и у нас создается сообщение, в котором помещены все наши три изображения вот в таком виде. Если у нас миниатюра или, скажем, среднее изображение не в полный размер, то всегда можно посмотреть оригинал. Для этого надо кликнуть на картинку, у нас откроется окно, где будет показана эта картинка в полном размере, то есть оригинал. Закрываем. Вот эта картинка у нас в среднем размере, то есть ее можно еще больше увеличить. Нет, больше нельзя, она у нас и так уже нормальный размер имеет. Это можно увеличить. Окей. Вот так все это работает по картинкам. В принципе, тоже ничего так особо сложного нет, но, как говорится, показать и рассказать лишним не будет. Теперь, по меньшей мере, вы знаете, как вставлять, добавлять картинки. И я вас прошу, пожалуйста, не размещайте на нашем новом сайте картинок с разных сервисов, которые через полгода закроются. Размещайте картинки на нашем сервере. Для этого я предоставил такую возможность. Пользуйтесь ею, и все будет, как говорится, тип-топ. На этом мы закончим
наш урок по размещению картинок и видео в сообщениях. Желаю всем хорошего дня, всего доброго, пока.